Хей, йога, с вами Шимики. Мы продолжаем проходить игру под названием Beyond Oasis. Так, куда нам надо? Нам нужно наверх получать сюда, да? О, Али, это ты? Ты нашел большой куб? В нем хранится зло, и я надеюсь, что оно никогда не увидит обратной из-под земли. Али, делай то, что считаешь верным. Мы все рассчитываем на тебя. Реля? Поел и спит. Окей, куда мне? Как туда попасть? А действительно, как туда попасть? Если корабль использовать. Нифига, да? Ну это понятно, что в левую часть мне нужно бежать. Но я просто как бы на гору нужно забраться, это на лаву. С левой стороны. От города. Там куда-то наверх. Ладно, пошел я сюда. О! Сюда, да, я могу зайти. Обвал произошел. И время бежать. А, я тут был стоять. Надо отсюда теперь как-то выбраться. Так, это я в город вернулся. Сохраняемся. F5. F5. Полетели. А ну-ка. А могу я пробежать-то? Ну это, представьте, это для спидранеров такая тема. Да, можно. Так, и снова эти скалистые горы. Пускай будет клон на всякий случай. Угу. И там наверх. На удивление, что тут никого нет. И это очень странно, на самом деле. Если что, наша тень, она может, так сказать, поглощать урон один раз в полсекунды. А после того, как он поглотил, у нас немного просто мана отнимается.
Ой. И я немножко не в ту сторону, да, пошел. И что мне делать? Просто, наверное, курс полевее, да, взять? Давайте курс полевее возьмем. Вот, цветочек. О, любовь прекрасна, не так ли? Ха-ха, сначала дай мне куб. Отлично. Теперь принцесса твоя впереди, береги свою драгоценную сестру получше. Все было слишком просто. Прости, что ты ничего не мог сделать против этого вонючего чудовища. И все из-за меня. Никакими словами не убеди тебя отказаться от преследования. Пожалуйста, возьми это. Возвращайся целым и невредимым. Опа, что-то новенькое. Принц, принцесса, вы в порядке? Здесь небезопасно, принцесса, пожалуйста, возвращайтесь в замок. Я знал, ты очень упрям, но я так беспокоюсь. Пожалуйста, будь осторожен. Удачи тебе, принц Али. Окей. Итого, они бы что мне дали? Мне дали сюжетную шмотку. Только фиг знает, что это. Вот видите? А вот сказали бы сразу. Как мне атаковать? Понимаете, они летят? Я не могу по ним попасть, они по мне попадают. Что за бред? Так, давайте я использую, наверное, ТСП. Чё мне? Понимаете, то есть я наношу, во-первых, двойной урон, а во-вторых, весь урон почти впитывает мой клон. Ну, кроме, конечно, вот такого вот. Ух ты, ё-моё. О, хорош. Впитал весь урон. Ух. Так, берем разбег. Их. Ну и какого черта? А что мне делать? Вы понимаете, я не понимаю, меня вода сбивает. Мне вода сбивает, и я не понимаю, что мне делать. Что? Я могу сделать. А иначе я ничего не могу сделать. А если вот так? Ничего, видите?
Я полжизни буду это делать. Пока действует мой помощник, все окей. Так, давайте, ну, ХПСП. Хотя ХПСП пускай будет попозже мне. А как? Я не вижу иного способа вообще одолеть их. Какой же это ад. Я даже взять предмет, они сейчас исчезать будут. А что мне делать? А с другой стороны, а мне деваться некуда. Ну, я нахожусь там, где мне надо. Ладно, что у меня есть? У меня есть эликсир, который восстанавливает все до максимума. Я не понимаю. Все, что у меня было, я взял. Ну где? Тут зато тупой этот водоем. Палка. Ладно, просто побегу отсюда, потому что я не знаю, куда мне идти. Стоп, а реально, куда мне идти? Не преследуй меня, я попреследовал. И куда мне дальше было идти? Ни хрена. Шутки. Что за шутки? Прибаютки. Ох, а как, прикиньте, вот так играть игру? Проходить ее самостоятельно. Это ж охренеть можно. Я не понимаю, куда идти. Ладно, я буду гуглить. Оказывается, народ, надо.
убрать тень и упасть вниз. Откуда я мог знать? Я мог знать, что мне нужно было сюда. Ты мне кости ломаешь. Так, так, так. Готово. Все. У меня ХП восстанавливается здесь. Печально. Ладно. Возьму духа воды хотя бы. А, точно, дух воды. Тихо. Блин, я из-за водопада ничего не вижу. Так, восстановим. Я не знаю, нужно будет. Но на всякий случай возьму печку. Плюс они у меня все равно не так много пожирают. Давай, 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 давай. А от этих я вообще не пойму, как убегать. Так они надоели. Сейчас заново. Да? Хотя это, кажется, смерти, да? Так. Отлично. Хорошо. Так, убираем духа. Ждем. Отлично, F5. Вызываем духа. И бежим. Ну, помоги. Ладно, что это за меч? Вот этот. А-а-а.
Нахера ты меня хилишь? А, то есть ты водопад не можешь убрать. Спасибо. Начинается. Какого черта? Ух ты ж ё. Ладно. Сейчас отхилюсь. Так, F5 и побежали. F5. Душ? Туш. Туш. Плевать. Ну иди ж ты. Нельзя, чтоб меня догнал. А все равно куда я полез? Да? А куда я полез? Вопрос. Или нормально. Ладненько, сделаем таким образом. Так. Так. Убиваем. Забираем. Вызываем. Иди сюда, ты можешь сюда подойти? Ой, ты. Спасибо. Так, хорошо. F5. Так, растения есть. Так, вниз. Сюда. Прыжок. Двойной АА, да? Так, окей. Почему я падаю? А чё он не допрыгивает? Ладно, плевать. Я уже представляю, как я буду сейчас паркурить.
Жри все, что видишь. Разрешаю. Иди отсюда. О ком спрашиваете? Чё я горю? Ха! Понимаете, главное, он-то меня не должен доставать тут. Плевать. А, я там появился. Ладно, короче, я не знаю, докуда мне идти. Я сюда вот пришел. Ладно. Но благодаря этому цветку хотя бы... До сюда дошел. Ну, я имею в виду, и прошел. Окей, что нам гриб дает? О, макс всего. Сейф. Это у нас такая есть, да, вот она. Нихера себе лук на 40. А ну-ка, давайте я его испробую хотя бы. Нифига себе. Ну, в принципе... Вот так вот. Так, извините, мне нужно будет пропасть. То, что из-за него... Из-за этого тупого цветка я не... Надеюсь, это будет не ош... было не ошибкой. Какой ключ? А какой ключ? Пиздец. Лучше пускай будет столько, сколько сейчас сфер. Мне нужно...
Сука. Почему? Почему я должен гореть? Еще раз спрашиваю. Понимаете, мне нужно идеально запрыгнуть. Ладно. Я чё, он не прыгает. Он не прыгает. Короче, я их всех нахер попереубивал. Поэтому можем спокойно играть. Вау. Да ёлки-палки. Я теперь даже теперь без этих не могу здесь пройти. У меня обходной путь открылся. Я предполагаю. Хорошо. Ага. Ага, теперь обратно вот так же. Ладно, надо было... Ненавижу этот платформер, потому что он скользит. Наконец-то. О, отсюда. Вот, вместо того, чтобы прыгать, он мне ползет. Просто каплю зажал лишнее. Все. Бомб. Что это? Инвентарь. Росток чего-то.
Понимаю. Стену жри. Так, сначала вниз. Чего? Как вы это представляете? Дух, а ты не хочешь ко мне прилететь? А, дух. Дух, не? Спасибо. А я иного пути сюда не вижу, как прийти. Ну, иди сюда. Иди. Поджигай. Понимаете? У меня нету здесь сопротивления огню. Я хренею. Так, а что я вижу? А вижу я... О, меч смерти. А, и это меч смерти. Не знаю, не знаю. Ладно. Сейчас я буду бегать к духу, да? Ой, точно стоять. Дух. Ага, то есть... Воду мне еще добыть надо. Молодец, долго еще играть. Мне типа с каждым этим нужно
ты что гонишь? Так, огонь. Он здесь как? Ну, я понял. Тут еще нужно их по порядку сделать этот. А, тут без разницы, кем нажимать. Я думал, каждого духа нужно еще сюда притащить. А если только одного, то нормально. Добро пожаловать в золотой нарукавник. А, не вы, блядь, золотой нарукавник. Ты на границе между миром теней и миром людей. Тут ты не сможешь использовать силу нарукавника. Вот и пришел конец твоему путешествию. Правильно понял, да? Глаза стрелять. Мали бы сразу сказать. А как вы это видите? Ну типа глаз от... Да ладно. Огонь можно использовать. Однако еще нужно его споймать. Вообще могу даже споймать этого. А я не шарю. Тогда. Ну вот, я споймал. Бесконечно стрел. Или мне вот этого должно хватить? Сейчас попробуем. Тихо. Так. Так, так. Так, так. Так. Ни хрена.
Чё так? Это долго? Не мучайте меня! Есть идея. Мне же заряж, да, я оставил эфрита. Почему он ногой бьет? Именно в тот момент, куда я хотел использовать, прилетела метеорина, да? А я иначе другого способа не вижу. А если у меня нету, вот? Да вот. А, понял. Тихо. И главное, оно рандомно, слушайте, создает, оказывается. О, нихера. А, видите, атаку не попадает. Тихо. Так, вот этот не попал, по идее. Ну, его хотя бы убить можно. Плевать. Подожди, я, кажется, до этого не попал. Последний раз.
Да ёлки-палки. Маманать стероиды эти. Так ты надоел. Все. Неужто? Неужто? Я офигею. Ну что, давайте закончим на этом. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.